конец весны и начало лета 2022 года для представителей знака зодиака Скорпион будет особенно ярким и эмоциональным. Контролировать себя станет сложнее, особенно на фоне того, что у большинства людей из вашего окружения все будет складываться удачно. Обязательно сублимируйте свою кипучую энергию. Не состоящим в отношениях скорпионам звезды советуют чаще выбираться из дома. У семейных скорпионов такие возможности точно будут. Что выбрать? Решайте совместно со своей пассией. Лично вы из любой ситуации сможете извлечь свою талику счастья. Если работаете в компании, не действуйте наполовину. Всегда идите до конца, даже когда внезапно поняли, что ошиблись. Всегда можно адаптироваться и скорректировать маршрут, но конечная цель должна оставаться прежней. Скорпионов, имеющим свой бизнес, звезды советуют заняться кадровыми перестановками и технической модернизацией. Будут дела, требующие вашего внимания, но для грядущего успеха эти направления важнее всего. Период с августа по октябрь 2022 года для скорпионов почти не будет отличаться от предыдущего этапа, но некоторые обстоятельства изменятся. Например, теперь вам придется чаще сдерживать себя. Насколько это будет получаться, зависит только от личностных качеств. Здесь не помогут внешние факторы. Если у вас свое дело, продолжайте ранее намеченный курс. А тем, у кого нет своего бизнеса, звезды советуют смотреть на мир шире. Возможно, вы уже давно что-то упускаете. То же самое можно посоветовать и несостоящим в отношениях представителям вашего знака зодиака. Осень может стать для вас судьбоносной, если вы сами этого захотите. Сейчас вообще ничего не будет происходить без вашего желания. Учитывайте это. В целом, возможностей по-прежнему будет больше, чем времени, поэтому грамотное его распределение остается глобальным приоритетом. В конфликтных ситуациях вы будете впереди своих оппонентов, но это не значит, что любую задачу следует низводить до прямого столкновения. В отдельные моменты эта тактика будет продуктивной, но не всегда. Старайтесь просчитывать ситуацию наперед, тем более, что это не вызовет затруднений. Вы уже многому научитесь к этому времени и сможете некоторые задачи решать за счет накопленного опыта. Благородство также остается главной добродетелью, но будьте внимательными. Иногда игра в доброго самаритянина может дать прямо противоположный результат. Заключительный этап 2022 года для Скорпиона максимально непредсказуем. Все будет зависеть от решений, которые вы принимали раньше в течение года. Если одинокие скорпионы до этой пары не поменяли свой статус, то в год тигры уже едва ли сможете чего-то добиться. Хотя есть вероятность, что новогодняя ночь сделает вам неожиданный подарок и что-то все же изменится. Семейным скорпионам будет проще, потому что у вас будут не только конкретные цели, но и очевидные методы их достижения. В профессиональной деятельности под конец года можно рассчитывать на приятные неожиданности, но они должны восприниматься лишь как бонусы. Основа успеха Скорпиона в 2022 году – грамотное распределение финансовых потоков и способность в каждый отдельный момент времени отдавать все внимание своему делу.